Приветствую тебя, меня зовут Илья, но ты так знаешь, если ты подписан на мой канал, а если еще не подписан, то скорее нажимай подписаться, потому что у меня выходит и обзор на технику, и влоги о моей какой-то вот такой личной жизни. Вот. Сегодня у нас планшет новенький от компании Okitel, ну потому что многим знакомы, знаешь, Okitel, ну что там, защищенные телефоны, всевозможная вот эта вот тема. У нас сегодня защищенный планшет. Правда, наступ новый, модель, она называется RT5, ребят. Я даже не смог найти информацию о том, сколько это стоит. Компания со мной связалась, соответственно, мне его прислали. Зашел в интернет, смотрю. Хотелось бы что-нибудь про него почитать, сколько он стоит. Ноль информации. Поэтому будем с вами, как я сказал, в комментариях все это дело добивать. Потому что, ну реально не знаю. Пожалуйста, его основные технические характеристики, зачитывать их все не буду. Но батарейка здесь 10 тысяч мАч, круто, выглядит все, ну, как по-обычному. Защищенный планшет, с ним можно купаться, не знаю, там, в ванне. Заходишь лежать, видосики смотреть, пожалуйста, упадет, ничего с ним не будет. В бассейне то же самое, можешь хоть в бассейне с ним плавать, упадет, тоже с ним ничего не будет. Сейчас мы на него посмотрим. В комплекте всевозможные инструкции, скрепочка. Здесь, кстати, планшет-то хоть у нас и защищенный, все дела, но есть слот под две сим-карты, и это круто. Это на самом деле крутяк, потому что ты получаешь уже планшет, не просто Wi-Fi. Я не понимаю, почему они до сих пор пишут вот здесь вот Transflash. Ну почему microSD, ну почему-то до сих пор вот это вот название Transflash, мне оно особо не нравится. Порты у нас тут все защищенные, и Type-C-шка у нас тут защищена резиночкой. И корпус вообще сами здесь полностью тоже весь прорезиненный, ну вот, защищен и от воды, и от падений. Это там всякий милитари стандарт. Достаем. Здесь у нас такой комбинированный слот, либо две сим-карты, либо сим-карты и карта памяти. Поэтому вот так вот. Ну, круто, слушай. Так вот в планшет вставил, пожалуйста. Зарядонька, кабель Type-C на Type-C в комплекте. Зарядка у нас на 33 ватта. В комплекте идет, ну, в принципе, неплохо, слушай. За, правда, вот цену не знаю я этого планшета. Давайте с вами вот так вот пленочку вот эту снимем. Ну, здесь основные характеристики, что у нас 16-16, 10,1 дюйма, 10 тысяч мАч у нас батарейка. Хочу отметить такую тему, что пленка, в принципе, наклеена нормально. Вот кроме здесь вот в одном месте соринка попалась. Ну, то есть, знаете, когда на заводе, наверное, ну, может, помещение, знаешь, не особо такое чистое, но вот одна, короче, соринка попалась. Есть вот здесь небольшой нюанс. Все это дело прорезинено, здесь такие вот штуки, чтобы, я не знаю, чтобы проще руками было, наверное, держать. По динамикам у нас получается вот здесь вот два снизу, да и все, только два снизу. Вот здесь с правой стороны увеличение и уменьшение громкости и клавиши включения. Вот так вот делаем, так, хопа, и бабах, у нас получается Android 13. Мне, на самом деле, не очень нравится именно вот эта вот, знаешь, как тема. Я бы, наверное, назвал это реально тема, потому что здесь вот значки такие, знаешь, вот они прям не по мне. Вот это вот, смотри, такая золотая, опа, не золотая. Ну, короче, ладно, это на любителя, это, конечно, можно все дело поменять. Вот, ну, что у нас, полноценный Android. Что на нем будем делать? Видосики смотреть. Ну, к примеру, я всегда вот там на видосиках GoPro, давайте они такие, action. Ну так, запускаем, заодно проверим и громкость. Так, давайте так перелистнем. Да, полный экранный режим. Ну, да. Сразу вам скажу, что по динамикам здесь, конечно, никаким объемом не пахнет. То есть это чисто такие, как я не знаю, обычные динамики, как вот на телефоне. Ну, такие довольно-таки пищащие. То есть если на полную громкость сделать, ничего хорошего здесь не будет. Они два, типа стерео, и направлены вниз. По экрану, да что, экран как экран, мне нравится. Экран цветной, это хорошо, рамки здоровенные. Ну, может, из-за того, что он реально вот защищенный, потому что, вот, посмотрите, я вам в эту камеру покажу. Они здоровенные, с другой стороны, нормально, потому что, в любом случае, ты знаешь, если вот... Вот это, кстати, неудобно, здесь очень такая... Клавиша блокировки, она вот это, очень чувствительна. Когда вот так держишь, у тебя наоборот зато, знаешь, как плюс, пальцы не будут на дисплей залезать. Но так вот,
ребят, тяжеленький, потому что все-таки аккумулятор здесь емкий, все это дело вот так вот защищено. Тут дизайн оценить сами. Дизайн прикольный, я бы сказал. И такая вот маленькая камера, потому что у них есть модель RT1, 2, 3, а вот чтобы RT5, я вот вообще просто вот в первый раз вижу, вот, пожалуйста, вот такая вот модель RT5. Но зато, боюсь, стол разобью. То есть делай типа с ним что хочешь, потому что он может и упасть, и так и на бок. Боюсь, что я стол, короче, поцарапаю. MT8788 здесь процессор у нас идет, набирает вот такое количество очков в Geekbench. И, соответственно, и в игрушечки поиграть можно. Из, скажем так, давай, короче, минусов. Довольно-таки тяжелый, придется привыкать. И клавиши блокировки находятся в неудобном месте, потому что зачастую планшет, он, в принципе, так и создан, что у тебя камера вот здесь, вот динамики здесь, что ты его будешь держать не вот таким образом, а вот таким вот. И когда вот так держишь, он, из-за того, что довольно-таки увесистый, вот здесь вот клавиша блокировки, она, знаешь, она прям вот прям щелк, и она все нажалась. То есть она настолько легко нажимается, что он постоянно блокируется. У меня это происходило уже несколько раз. Понятное дело, что он не самый производительный, но у него, слушай, цена-то не такая, как у там каких-то, знаешь, именитых брендов и так далее. Из приколдесов это что, быстрая зарядка? Да, защищенный корпус, вообще тут не поспоришь. По корпусу просто камень, можно, ну, реально, какой-нибудь там побить, забить и так далее. Может, не знаю, арбуз, наверное, расколоть. Вот, здесь вообще прям уверенность полная. Есть такая небольшая окантовочка, то есть по корпусу тоже резиновая. Соответственно, если у нас он падает вниз, то он на вот эту вот резиновую окантовку приземляется. Фонарик имеется как отдельная функция, пожалуйста. Смотри, какой здоровенный фонарик. Ничего себе, а то вдруг ты пошел куда-нибудь там, как раз для чего защищенный. Поход пошел, бац, тебе там дождь пошел, ночью лежишь, можешь фонарь включить. Круто. Работает вполне себе нормально, ребят, для такого обычного планшета, да? Да и сейчас планшетов-то и как телефонов выпускают, наверное, в день по 5 штук разных в мире. Там у нас постоянно новые модели сыпятся и сыпятся. Вот такой вот он. На самом деле прикольный. Потому что то, что можно сюда, знаешь, и сим-карту засунуть, и у тебя как бы ты даже не будешь зависим от Wi-Fi, ну это круто, это реально, значит, планшет для путешествий, защищенный, да, why not? Что думаете по этому поводу, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще дизайн, как его навороты. Про цену, не знаю, может, на момент выхода видео я ее смогу узнать и напишу вам либо в описании, либо в комментариях. На данный момент вообще, вот реально, правда, честно не знаю. Забиваешь в поиске на иностранных, даже на сайте Okitel этого еще просто нету. Там трешка только заканчивается, а это уже пятая модель. Поэтому, конечно, компания Okitel, спасибо большое, что прислали. Далее, знаешь, как бы шанс прикоснуться к прекрасному. Так вот он. Да не, вот, знаешь, из-за того, что он не такой тоненький, вот такой увесистый, вот это вот прям такой в защёнке. Блин, вот ощущается он классно. То есть реально так, знаешь, прям вещь. Вот, но по внутрянке, ну что, ну, китаец на медиатеке, как всегда. Ну, экран, понятно, что там не супер AMOLED и так далее. Обычный IPS. Ну, 10 дюймов, 10 тысяч мАч, быстрый заряд. Вот. Ну, короче, и плюсы, и минусы есть. Вот. Так что буду счастлив услышать ваше мнение. Ссылка, если будет, то оставлю ее в описании. Если не будет, то и не оставлю. Все. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят.